У меня в руках баян модели Тула 209. Код для поиска – это BN37. Что можно сказать про левую руку? Здесь 100 кнопок, готовая система. Этого достаточно для ученика с 1 класса по 5 класс музыкальной школы. И для любого любителя это тоже более чем достаточно. Замечательный крепкий бас. За счет чего такой звук? За счет четырехголосия в басу. Всего здесь 92 кнопки. То есть от ля диеза большой октавы, как вы слышите, и до ми четвертой октавы. Это замечательный и удобный, так скажем, апгрейд трехрядного инструмента. Вот, допустим, сейчас я вам наиграю скерцо Тарантелло Винявского. Это скрипичное произведение, и его возможно сыграть действительно хорошо только на 5 рядах. Здесь, как, может быть, услышали самые внимательные слушатели, два голоса. Это дает матовость и мягкость звуку. Но, между тем, инструмент достаточно яркий. Ну, вы, в общем, смогли в этом убедиться. Есть произведения, которые практически невозможно сыграть на трех рядах, особенно произведения современных авторов. А этот баян расширяет, так скажем, возможности нашего инструмента, доводя нашу программу с народной до настоящей академической, рояльной, а может быть и скрипичной программы.